27 декабря. Сегодня исполняется ровно 140 лет со дня рождения Африкана Петровича Багаевского, последнего атамана Всевеликого войска Донского, генерал-лейтенанта, потомственного дворянина войска Донского, казака станицы Каменской. Образование он получил в Донском кадетском корпусе, Николаевском кавалерийском училище и Академии генерального штаба. Участвовал в Первой мировой гражданской войнах. С 1920 года находился в эмиграции. Писал статьи под псевдонимом Эльмут для журналов «Казачьи думы», «Вестник Казачьего союза», «Казак», «Родимый край». Похоронен Африкан Багаевский на русском кладбище Сен-Женевье-де-Буа. Лауреат премии «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер», двукратный лауреат премии «Сезар», номинант на премию «Оскар» в номинации «Лучший актер», кавалер ордена Почетного легиона и ордена за заслуги, ресторатор, винодел – все это Жерар Депардье. И сегодня он отмечает день своего рождения. Депардье считается одним из популярнейших и любимейших актеров не только во Франции, но и далеко за ее пределами. А еще сегодня, 27 декабря, День спасателя Российской Федерации. Это профессиональный праздник всех сотрудников Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Дата была выбрана не случайно. Именно в этот день было принято постановление об образовании Российского корпуса спасателей на правах Государственного комитета РСФСР.